что-то смешное сделать. And you're gonna see how funny it is, but и вы увидите, насколько это смешно. It's not any different than Japa. Но это не отличается ничем от Japa. Anybody ever done this? Кто-то когда-либо такое делал? I'm doing arti right now. Can we talk later? Можем потом поговорить. Я арти провожу тут. It's just 1 minute. I need to talk. Минутка. Make it fast. I'm doing arti. Это минутка. Ну, ой, давай быстро тогда говори, потому что арти делаю. Would you do that? Вы делали так? But. Но. Why is it that when we do this? Но почему, когда мы делаем вот это, никто не думает, что это странно. Вот так вот, когда мы делаем. Это то же самое. Yes? Да? It is. Это то же самое. Because the deity and holy name are the same. Потому что божество и святое имя идентичны. Вы знали это? Okay. What about? I have another one. А теперь у меня есть еще один есть. I have another one. Еще. So when I'm driving with someone, когда я с кем-то еду, who's doing the, you know, Hare Krishna, Hare Krishna. Вот это вот. Он ведет машину, вот это Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. I say, Prabhu. Я говорю, Прабху. Would you put your deities on the dashboard and do arti while you're driving? Прабху, вы бы поставили своих божеств около лобового стекла и проводили арти во время того, как вы ведете машину? And they always put their beat back down after I say that. И после того, как я произношу эту фразу, они сами молча ложат сразу четки в сторону. Because when you're chanting, you're worshiping the Holy Name. Потому что когда вы воспеваете, вы поклоняетесь святому имени. If you're driving on a road and there's no cars. Например, вы едете по дороге, там вообще нет машин. You don't have to concentrate. It's a little different. То не надо концентрироваться, то это немножко иначе. But you know, you're in traffic. You're gonna do arti in traffic. Но когда вы в большом потоке машин проводили вы арти во время этого? If you actually worship the Holy Name properly, your life will be much different. Поэтому, если бы вы действительно поклонялись этому имени правильно, то ваша жизнь выглядела бы иначе.